Как делишки, ребятишки, с вами снова Исан, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы вернемся к прохождению карты, которая называется 30 способов умереть. В предыдущей серии мы прошли только 10 способов, а в этой серии мы также пройдем 10 способов, то есть у нас еще останется 10 способов на следующую серию, а когда она выйдет, зависит только от вас. Ребята, как обычно, я даю вам свое слово Эдисона, то что как только мы наберем 700 лайков на вот этой серии, я обещаю то, что следующая серия, финальная часть, заключительная с 10 способами, выйдет в ту же секунду, как только мы наберем 700 лайков. Я даю вам свое слово, честное. Пионерская. Также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео, так как я отвечаю на вопросы своих подписчиков. Да-да-да, вы можете проверить. И что самое главное, подписывайтесь на мой канал. Я рад каждому новому человеку, который вступит в нашу большую дружную семью. Я приглашаю каждого из вас подписаться на меня и также стать моим другом, потому что я люблю своих подписчиков и отношусь к ним как действительно к друзьям. А мы, в принципе, ребята, сейчас сразу же будем приступать, чтобы не тянуть кота за причиндалы. И у нас сейчас 11 уровень. Он называется Край, в принципе, The End, You Are Not Finished Yet. То есть после 10 уровня нам написали то, что это еще не конец. Не-не-не, чувак, у тебя еще впереди много всего. Так, а что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать? Нам дали кирку, нам дали эндерперлы и нам дали... Что нам дали? В глаз нам дали нафиг. Нет, конечно, не в глаз нам дали, а дали нам ресурсы для того, чтобы вы видите, что сделать. Конечно же, портал, в принципе, как его делать, не зная только полный чудачок. Но все же мы сразу же тпхаемся и посмотрим, что нам тут нужно сделать. Нам нужно найти способ, как умереть. И, в принципе, это, наверное, будет самым логичным способом умереть. 10 самых страшных смертей нас ждут в этой серии. The Archer Accident. То есть, какой-то случай лучника. Наверное, вот так. В принципе, вот так. Ну, да, вот так. Да твою мать, вот так. Не очень. Так, я всегда путаю силу. Вот так, нужно просто чуть-чуть нажать и сразу же отпустить. И вот так себя убить. То есть, не зря уровень назвался там несчастный случай лучника. Потому что, ну, убить себя своими же стрелами нужно еще умудриться. Как видите, то есть вот таким способом вы себя можете убить, если вы какой-то лучник-неудачник, да? Очень хорошо то, что при нажимании на эту плиту вы не перезагружаете уровень, потому что если бы это было бы так, я бы с ума сошел, потому что мы себя уже практически убили. Вот так, давай еще, и во! 13 уровень, который называется голодовка. У нас есть какие-то... Да, вот они. Хангер. То есть у нас есть только, в принципе, бутылочки. Ух, нифига себе. Difficulty set to hard automatic. Ага. А, не, я думал, то есть то, что мне не пишет, оно пишет. В принципе, ой, дайте-ка я еще вот это открою, чтобы на паузе не нажималось, а чтобы, да, вот так, когда мы даже на escape нажимаем, пауза не нажимается. А когда вот это выключено для сети, то пауза нажимается. Запомните, кто не знал. Наверное, так нам нужно ждать. То есть я просто это включу, чтобы прочитать, пока мы ждем, когда же мы умрем. Этот уровень... включит автоматически тяжелую сложность, то есть hard, да, что позволит тебе умереть от голода. Выпей не лечилочку, а вот зелье голода и подожди, пока ты умрешь от того, что ты не питался мамиными котлетками, тефтельками, не знаю, чтобы еще вспомнить, что моя мама делает. Ребята, опросик пишите в комментарии, ваше любимое блюдо, которое делает ваша мамулечка.
Я сказал, котлеточки, я бы сейчас перекусил, я, наверное, сейчас побегу даже, ребята, на паузу нажму и сразу же побегу что-то захавать, а то прям 10 часов ночи, а меня опять пробивает на хавчик, в принципе, как любого, наверное, человека, да? Во, наконец-то, 14 уровень, ух ты, который называется Ender Pearl. Ну, ничего тут сложного нету. То есть кинули куда-то, застряли в стену и все. И умерли. Самый простой уровень, наверное, даже проще, чем первый уровень. Потому что в первом уровне нам потребовалось около минуты для того, чтобы убить себя. Там, в принципе, нужно просто-напросто было построить небольшую вышечку, прыгать, залазить на нее обратно. Вот так, прыгать. А сейчас мы просто кинули, застряли в стене и все. Так, дайте я еще раз посмотрю. Potions, то есть зелья. Witch Head. Охрен его знает, ребят. Я не знаю, я, если честно, никогда с зельеварением не увлекался, но... Нам дали шапочку, которая называется Шапка Ведьмы. Slowness. А это что? Strange. Ага, weakness. Это каждая бутылочка... А, вот! То есть, ну, случайно, там бутылочки были зачарены на что-то, они все назывались Water Battle, то есть все одним и тем же именем, но у них были разные эффекты, и все же мы нашли нужную нам бутылочку. Суфок, извиняюсь, я не знаю, что это такое. Red Sand. Может, просто себя вот так у... Ну, да! Так как мы это сделали в аду с гравием. Да, в принципе, многие там писали то, что можно было умереть от голода в аду, но я не стал дожидаться, не стал бегать, пока мы все-таки начнем голодать и потихоньку так мучительной смертью умирать с голода. Я нашел легче путь, просто нашел гравий, покидал сверху и умер. Так же, как сейчас это нужно было сделать с песком. А, как называется уровень? Что нам делать? А реально, что нам делать? What to do, как называется этот уровень. Тут, что самое главное, тут даже нету сундука. Ты зараза паскудная. А может, в инвентаре у нас есть какие-то спрятанные кнопочки, как это всегда бывает, или что-то, какие-то спрятанные предметы? Нет, ничего у нас нету. Ребята, что, как вы себя можете убить, в такой комнате? Если у вас стоит на харде, то при... Я не знаю, честно, ребят. Давайте мы по... Паскуда! Они нас затроллили! Смотри, что там чат написала. Юга троллы. То есть ты был затроллен. Нам придумали такой уровень, чтобы не было, не было выбора, то есть не было вообще никакого путя, как нам умереть. И даже если ты не используешь никогда подсказку, у тебя бы не было выхода, тебе нужно было бы дойти до финального решения, что все-таки тебе нужно использовать подсказку. И когда ты ее использовал, тебя убили. И это был только единственный вариант убить себя. Даже в чате написали, Югатро, паскуда, я тебя затролю. О нет, зелье варенье. Ребята, я... Witch Head, опять? Опять... Я не знаю, как что варить. Я никогда этим не занимался. Я никогда это не делал. Я не представляю, как это все варить. И, в принципе, как это все работает. И... Ага, вот тут у нас еще что-то есть. Ага, это вода. Да? Так. Ладно, сейчас будем, ребята, думать. Я никогда не... Честно, я вообще ни разу в жизни не занимался зельеварением. Я не знаю, что как делается, что нам нужно крафтить, что у нас получится, если мы соединим те ингредиенты с другими. Сейчас посмотрим. Я не знаю. Aquar Potion. No effects. А если мы, допустим, добавим вот эту хрень сюда, что-то получится? Я надеюсь, что что-то получится. Может, мы сейчас на удачу будем полагаться, и нам все-таки... Potion of Weakness. Ага. Но Weakness нам нахрен не нужен, по сути. Я не знаю, честно.
ничего уже не будет делаться, давайте мы еще что-то попробуем. Я не знаю, честно, ребята, хоть убейте меня. То есть, я не знаю. Нужно найти какое-то зелье, которое даст... Не то, что даст, а просто убьет нас. Так же, как это было, ну, в прошлом уровне или в каком это там было. Mundane Potion. Давайте вот это добавим, посмотрим. И... Potion, иди ты в жопу со своим Potion of Weakness. Так, давайте сейчас попробуем. У нас есть Potion of Weakness. Нам не нужно Potion of Weakness. А если мы опять так сделаем? Сейчас, дайте, ребята. Опа. Что-то там творится. Сейчас посмотрим, что у нас получится с этого зелья. Нам нужно какое-то то ли на магию, чтобы нас опять убило, то ли зелье урона, чтобы мы кинули. Я не знаю, можно ли... В принципе, можно вроде себя убить, если мы в пол кинем и себе же урон нанесем. Я надеюсь, то, что можно. Нет. А ну сейчас. Вот, сейчас сделаем вот это зелье. Если я знаю, это получится какое-то груб... Ну, сейчас посмотрим. Вроде то, что у нас было на самом начале. А аквар или как это? Да, вот это. Сейчас давайте сюда добавим паучий... Паучий сочный глазочек. Сочный паучий глазочек, посоленный, поперченный. Мой, вкуснятина, больше некуда. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Я надеюсь, какое-то там фифтибубельное зелье, которое сможет нас убить. А ну. Иди ты в жопу со своим зельем Двикнеса. Так, давайте еще раз. Ставим... Ставим вот это. Вот Эдисон сейчас в этой серии научится зелье варенью, потому что я не знаю, никогда этим не пользовался. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, как это все работает. Это реально интересно, то есть вот эти все зелья, молодцы, кто этим занимается, это реально познавательно, интересно. Прям респект нафиг. Но это реально, ну, нужно знать все-таки, потому что вот так сходу у человека, который никогда этим не занимался, так сходу научиться, это реально сложно. То есть у меня, в принципе, нет времени, чтобы сейчас там сидеть, вычитывать, да, что, как лучше, что запихивать. И вот это все. Если я знаю, то сейчас у нас получится вроде зелье лечения. Или... Да, нифига себе, я даже угадал. А если мы его сейчас испортим, то есть отравим нафиг, как Белоснежку. Или кого там отравим, да, вроде Белоснежку. Вроде, я сказки уже не помню. Сейчас посмотрим, что с этим получится. Я надеюсь, какой-то там зелье урончика, чтобы мы себе... Да, а ну... Ладно. Чайесан наварганит тут прям рагу высшего класса. Там высший пилотаж, там 5 каструль сейчас сделает, ребята. Все затусуем, все накушаемся. Утомим голод, да. Вторая стадия. Добавляем сочный арбузик. И последняя стадия. Отравляем всю эту мутню, которая у нас получается. Мне кажется, нужно еще будет сделать одну-две штучки, потому что 3 штучки не хватит. Мне так кажется, чтобы прям зафигачить себя, чтобы нас вштырило по полной в программе. Сейчас посмотрим. И готово. Наша мутня готова. Так, давайте еще. 1, 2. Поехали. Такую стряпню нужно еще уметь готовить. Да, ребята. Да. Странное зелье. Аквар Поушен. Сейчас уже почти. И финальная часть, 2 последних зелья. Я вот эти я уже тут приготовил. Сейчас мы прям накидаемся по самые не хочу. Сейчас. 2 последних бокала самого лучшего пива в мире, ребята. И мы поехали. Вот Эдисон научился, как делать зелье урона, потому что я никогда не знал. 4-5. Ну что, поехали? В принципе, этого хватит, я надеюсь. Ну да, как 4 бы хватило. Ну, 5-й подстраховаться. Еще 2 уровня. Look up. Ага. Не зря же нам это написали.
А какой гейммод у меня был? Ну, look up. Ага, то есть смотри, тут у нас что-то есть. Ну, то есть... What's that song? Что это за звук? Да. Какой-то этот 20 уровень был самый простой, который только существует. Ладно, ребята, 10 уровней мы прошли. Это заняло у нас как-никак 15 минут. Если бы не этот уровень с зельеварением, то мы бы еще намного быстрее закончили. Ребята, хочу вам сказать спасибо, еще раз вам скажу. Я даю вам свое слово, то, что как только мы наберем 700 лайков на вот этой серии, я надеюсь, то, что она вам понравилась, в ту же секунду выйдет следующая часть, заключительная с 10 последними смертями. Мне кажется, они будут вообще жуткими, прям прижуткими. А поэтому, ребята, поэтому... Ставьте лайки, я реально буду этому очень сильно рад. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я люблю и общаюсь с своими подписчиками. Если у тебя есть какой-то вопрос, совет или что-то еще, вы можете написать свой комментарий под этим видео. Я его с удовольствием прочитаю, также на него отвечу, тем самым с тобой пообщаюсь, и это будет очень даже круто. И также не забываем подписываться на мой канал, ведь я отношусь к своим подписчикам действительно с любовью, прям не буду это скрывать. И я считаю каждого подписчика как своего друга, поэтому если ты хочешь стать моим другом, общаться со мной, задавать комментарии, чтобы я на него... чтобы я на них отвечал, все, что тебе требуется, это просто-напросто на меня подписаться, я буду действительно прям рад-прирад этому. Ребята, вы знаете, что делать, и серия выйдет в ту же секунду. Всем спасибо за просмотр, я, как сказал, у меня прям голодуха на меня напала после того, как я мамкины котлетки вспомнил, вы тоже идите там что-то похавайте. А мы, ребята, заканчиваем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.